Всем доброго времени суток. Приветствую вас на своем канале. И сегодня будет обзор посылки. Это посылка-сюрприз, подарок моего брата от Релки Оркидс. Кое-что я знаю, что находится внутри. Я попросила его добавить к подарку кору и корзиночку. Ну а сами растения для меня сюрприз. Ну так вот, я сейчас отключусь, распакую и посмотрим, что же там находится внутри. Из коробки я вытащила, вот так вот все это выглядит. Это у нас кора, которую я попросила. У этого поставщика очень хорошая качественная кора. Вот такая вот корзиночка. Ну а растения, честно говоря, я даже и не уверена, живые ли они там или нет, хотя упакованы вроде неплохо. Ну, неделю была посылка в дороге. У нас-то очень тепло в Грузии, но вот в Германии на тот момент было холодно. Ну, посмотрим, что там внутри. Ну вот, раскрыла я свои растения. Сюрприз, так сюрприз действительно. Ну, начну, пожалуй, я с этой малышки. Это у нас оказалась белина. В общем, опять у меня детский сад. Растения упакованы были действительно отлично. Они все были вот в этом синдипоне. Вот. Потом они, значит, были вот в такой вот картоночке, картонке. И еще вот в целлофане были завернуты. Упаковка действительно шикарная. Так что вот у меня такая малышка. Посылочка у меня постояла часика два. Утром я быстренько съездила, забрала. И вот раскрыла. Ну, в принципе, учитывая то, что посылка была в дороге неделю, я думаю, состояние у растений просто шикарное. У нас такая противная погода, дождь, хотя и не холодно, но... В Германии на тот момент было очень-очень холодно. Ну, еще один сюрприз. Это действительно сюрприз. Подарок это от себя. Он сам выбирал на свой вкус. И вуаля! У меня теперь будет две Леодора. Но ничего, моя сидит, что-то думает. Наверное, все-таки весну ждет. А вот это уже с цветоносом и бутончиками. Ну, растение, я считаю, что не в плохом состоянии, даже в хорошем. Корневая неплохая. Растение, знаете, так, ну, не очень влажное, но и не совсем сухое. Но... так, что там у нас с шейкой? Посмотрим. Да, вроде все нормально. Ну что ж, вот все равно обрадовал, постарался. Ну, спасибо. Может быть, я их даже как-нибудь вместе посажу. Тогда будет очень красивый букетик. И, ну, аромат, конечно, будет бесподобный. А следующее растение, я вообще не знаю, что это такое. Так, это у нас, сейчас посмотрим бирочку, Phalaenopsis Young Prince. Да, честно говоря, даже не знаю, как оно цветет, но тоже отличное растение, в отличном состоянии. Единственное, что вот листик треснул, ну, я думаю, это не самая серьезная проблема. Корневая тоже шикарная. Тут... и кокосовые чипсы, по-моему, вперемешку с корой. Ну, поищу картинку, если я найду. Ну, конечно, она будет. Обязательно вам ставлю. Ой, боже, как приятно. Посылки – это всегда приятно. А еще, когда это посылка сюрприз, и не знаешь, что там внутри. Ну, счастья нету предела. В общем, опять у меня фаленопсисы. Но, честно говоря, я все равно рада. Я их очень люблю. И вот опять детский сад. Ой, ну уже хочется, конечно, взрослых растений, но ничего, малышей я все равно люблю. Тут какие-то присутствуют пятнышки, но
Даже не знаю, уже подробно потом как следует все смотрю. Вот есть растущий корешок. Ну, растение, наверное, совсем недавно из класски вытащили, наверное, несколько месяцев. Но ничего, белины у меня не было. Также покажу вам кору. Я не буду ее раскрывать. Ну, это кора такой, знаете, средней фракции, 3 сантиметра. У этого поставщика действительно очень качественная кора. И вот такая корзинка. Ну, корзинку и кору просила я, но что-то, в общем, он с размером тоже не угадал. Очень уже она крупная, но ничего, пригодится. Пригодится. Растение, естественно, будет стоять и отдельно некоторое время. Понаблюдаю за ними. Надеюсь, ничего такого серьезного у них не будет обнаружено. Естественно, потом все обработаю. Физан, мой первый помощник. И там уже понаблюдаю. И, ну, я думаю, серьезных проблем никаких у этих орхидей не будет. Так что вот такая вот у меня радость. Действительно, очень порадовала. Особенно с Леодора. Ну, ничего, будет две. Так что вот такой обзор. На этом буду с вами прощаться. Сейчас все как следует еще распакую. Поставлю их на свое место, определю временное. И не знаю, буду потом я в дальнейшем пересаживать или нет. Это уже при тщательном осмотре я уже решу. И потом обязательно покажу, как они будут себя чувствовать. Благодарю всех за просмотр. Если у вас появились какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Подписывайтесь на мой канал и ждите обновлений.